Приветствую вас, давайте поисследуем ваш текст, который вы написали. Глобально я могу сказать пока только то, что вы в отношениях явно заинтересованы достаточно сильно. Достаточно сильная значимость отношений у вас имеет место быть. Вот, очевидно, что за этим стоят определенные ваши, опять же, желания, вот какие-то, то есть вот какие-то есть желания у вас, какие-то есть потребности в человеке, в отношениях с человеком, вот, и так далее. И вот с этим очень важно работать, потому что это влияет, очень сильно влияет на ваше поведение, на то, что вы ждете, вот как вы говорите, ждете вот 3 недели, ждете, что он вернется, да, вот. То есть это вот то, что реально нужно корректировать, это то, что реально нужно выяснять, это то, что реально нужно разбирать вам, вот, потому что иначе это просто будет влиять на вас, ну, вот, таким крайне негативным образом, вот, и вы, по сути дел, ну, по сути дел, вы будете очень не свободны в отношениях своих, вот, ну, с мужчиной, вот, соответственно. Это, значит, такой момент, это вот такой аспект, такая история. А теперь то, что касается самого текста. Значит, встречались с молодым человеком 7 месяцев, 5 марта должен был отвезти меня по делам, так как сам обещал, но когда я позвонила, сказал, что не может. Я чуть вспылила и не стала ему звонить. Вечером должен был приехать, я сказала, не надо. А почему вы вспылили? Мэри. Вот, почему вас это задело? Чем вас это задело? Что человек не смог, вот, ну, не смог приехать. Да. Чем вас это задело? Как вы себя почувствовали, как вы себя ощутили? Вот. Это важно. Дальше. Так, я сказал, не надо, 7 числа пошли в ресторан, там чуть вспылили, опять чуть-чуть вспылили, вы пишете. Из-за чего, собственно говоря, вспылить-то? Из-за чего вспыльчивость-то произошла? То есть, в чем была вспыльчивость? Это важно. Это очень важно, на самом деле. Дальше. Так, я психанула и ушла. Ну, понимаете, вот тут вот похоже на такую, знаете, немного манипулятивную схему вашу. Вот, то есть, похоже очень на то, что вы через вспыливание привыкли добиваться чего-то, через вспыливание вы пытаетесь получить что-то для себя, вот. Если это так, если это действительно вот
ну, если это действительно такая история, то здесь нужно все-таки смотреть именно на вот тот момент, что именно вызывает у вас негативную реакцию. Что именно и почему. Вот. Это такая очень важная составляющая, понимаете? Потому что, ну, вот, то, что вы вспылили, да, ну, это же, у этого есть причины, и, вероятно, есть даже какая-то история у этого, у того, что вы вспыливаете. Может быть, вы просто вот такой эмоциональный человек, да, который вот привык таким образом выражать свои эмоции, который привык выражать таким образом свои чувства, вот. А в этом нет ничего плохого, да, вот конкретно. Но очень важно, что как вы выражаете свои чувства. То есть в самих чувствах ничего плохого нет, а вот в том, как вы выражаете свои чувства, это очень, очень важно, и в этом заключается суть того, как построить отношения. Так, 8 марта не стал брать трубку, на меня говорил, что занят. А как это происходит? Вы вспыливаете, уходите, и потом вы ему звоните. То есть, вот, как это происходит? То есть, это получается, как будто эмоциональные качели какие-то, вот. Ну, как будто бы эмоциональные качели получаются. То есть вы сперва уходите, а потом сами ему звоните. То есть если это так, то это, ну, достаточно тяжело. Ну, другому человеку достаточно тяжело в этом находиться, потому что сейчас так, через сутки так, вот, а если, например, его что-то обидело, да, то человек может, ну, не так быстро отходить от, ну, от какой-то обиды некоторой, понимаете, вот. Поэтому мне кажется, что вот обратить внимание на эту ситуацию, обратить внимание на эту историю очень важно и нужно. Вот. Очень важно и нужно обратить внимание на это. Дальше идем. Так. Ага, значит, говорил, что занят, пообщались по смс, я подумал, через день отойдем, все занято в свои места. А, ну, смотрите, вот я уже отчасти об этом говорил, да, про отойдем, не отойдем, я про это уже говорил отчасти. Но я хотел отдельно сказать, что вы говорите по сути за себя. Только. Вы не можете говорить про другого человека, вы не можете говорить про другого, что он отойдет. То есть он может отойти, а может и не отойти. Это зависит исключительно от его психологической и нервной организации. Вот. То есть здесь ваша деструктивный элемент поведения заключается в том, что вы говорите за других людей. А дальше, так, но потом я ему звонил, на звонки не отвечал, написал я со мной, что мы расстались, тебе все равно, ну, то есть вот здесь, знаете, вы уже как бы начинаете нагнетать атмосферу, вы уже начинаете как-то вот давить на человека, это всегда негативно воспринимается, людьми, когда они чувствуют такое вот давление. И очень важно понимать при этом, что говорить вы
продолжаете о себе здесь. То есть вот когда вы говорите про расставание, вы продолжаете говорить именно о себе. Вы не говорите о, ну, именно о мужчине. Вы говорите только о себе сейчас. Вот, что мы расстались, тебе все равно, да, то есть это вот именно речь о себе. И это еще один момент, который демонстрирует нам, что, как вы выражаете свои чувства, то, как вы выражаете свои эмоции, то, как вы говорите о том, например, что вас волнует, что вас беспокоит и так далее. Вот. И, к сожалению, я могу констатировать тот факт, что, очевидно, это не, ну, не идеально у вас получается, не идеально вы говорите о себе, не идеально вы выражаете свои чувства, вот, к сожалению. А это все-таки нужно, ну, все-таки это нужно вот корректировать, чтобы вы имели возможность адекватно говорить о себе и о своих эмоциях. Вот, ответил, что нет, не расстались, ему не все равно, а потом обещал позвонить, поговорить, но так и не, обещал позвонить, поговорить, но так и не позвонил. Потом вообще перестал отвечать, как я писала извинения перед ним за свое поведение, что мне его не хватает. Но опять же, да, вот вы здесь говорите о себе. То есть это ваше желание, это ваше переживание. Это не его, не о нем вы говорите, да? И, соответственно, мужчина понимает, что вы пытаетесь за счет него решить свои проблемы. Вот. По сути. И это очень, опять же, это давит на человека, это может оказывать такое достаточно существенное давление, вот, просто вот в силу того, что, ну, что это вызывает дискомфорт, ощущение такой несвободы, вот, ощущение, может быть, подавленности и так далее, вот. И вместе с тем вы сами явно не удовлетворены тем, как ваши чувства выражаются, вы сами не удовлетворены тем, как ваши чувства реализуются. Вот. И это тоже нормальная абсолютная история, что вы не удовлетворены, но это ваша ответственность, чтобы вы чувствовали, что вот ваши эмоции, они именно реализовываются, точнее. Вот. А здесь, по сути, пока -то вы давите на молодого человека именно своими желаниями. То есть именно своими страхами, своими желаниями. То есть своими противоречиями, по сути. Вот, дальше, то мне его не хватает, опять же, это про себя вы говорите, написал ему, что нужно что-то кричать, либо приезжает, убирает вещи, он все читал, не отвечал. Ну, то есть, здесь опять же, речь идет о том, что вы пытаетесь его, к чему-то принудить, вот, то есть. Вы говорите, что нужно что-то решать, но при этом решать, по сути, должен он. Вот. Ну, как это мне видится, да, что вот решать он должен, а не вы. Вот. И это тоже может оказывать такое достаточно, ну, достаточно негативное воздействие на человека.
Вот. Так что мне кажется, что обратить вам свое внимание на это тоже очень важно. Вот вы говорите, что вам его не хватает. Да, почему вам его не хватает? Из-за чего вам его не хватает? Как проявляется то, что вам его не хватает? Что вы чувствуете? Вот. Это все очень, очень важно. Дальше, так, значит, нужно что-то решать, либо приезжать, забирать вещи, он все читал, не отвечал, я собирал смелости, приехал к нему на работу, зачем он так не вышел, дозвонился только с 13-го раза, сказал, зачем я приезжал, что не может, зачем я приехал, он не может выйти, он занят, сказал ему о своих чувствах, и как я соскучился, мне плохо без него, но опять же это давление на него. Я поняла свои ошибки какие, на что он мне сказал, что освободиться, позвонить после этого по смс. Я не знаю, что мне сказать как-нибудь, я не хочу отношений, у меня куча проблем и забот, со мной очень сложно, я не хочу уверенности. Ну, то есть здесь мужчина говорит о том, что он пытается как-то вот обезопасить свои личные границы. Вот, написала, ок, нужно встретиться, поговорить о чем, если он тебе сказал. Начала перезванивать, да, то есть вы давите на него. Он скидывал, потом послал смс, не думал, что это говорить, приедет с работы, встретимся, поговорим, на прошлой неделе он так и не позвонил, вечно не забрал. Следит только, смотрит сторисы в сетях моих и молчит. Ну, человек просто вот, очень нерешительный и как бы боится близости. Плюс вы как бы давите на него, понимаете, что у вас есть ожидания по отношению к нему, явно превышающие его возможности, вот. Так, мне очень обидно, что человек не сказал это сразу, что именно не сказал. От чего вам обидно? Давайте вот поисследуем эти моменты, от чего вам обидно и чего вы ожидали, собственно, от, ну, от человека, да, вот, то есть, вот это очень, это все очень важно, на самом деле, потому что вы говорите о своих чувствах, но вы их, как бы, ну, не раскрываете. Вот, не то, чтобы вы это должны делать, я не говорю, что вы там должны это делать, но это важно, и психологическая помощь вам заключается именно во взятии, в принятии личной ответственности за то, что вот вы чувствуете в данный момент. Вот. Дальше идем так. Мне очень обидно. Так, я не могу понять, что произошло. Мужчина просто подвергся давлению с вашей стороны. Я сделал много шагов навстречу, а он ни одного. И это был ваш выбор делать много шагов. И его выбор не делать ни одного. Хочется его вернуть. Зачем? Для чего? Зачем это вам? Я не могу понять, почему человек меня избегает, потому что вы на него давите, опять же. Я думаю, уже 3 недели жду, если он вернет. Это ваш выбор, и возникает вопрос, для чего вы ждете. Как ему не тяжело не звонить, не писать, ну, это его, вот вы опять же не думаете о нем, а не о себе. На протяжении 7 месяцев мы 24 часа вместе и пытали на связи, от раз и в один миг ничего. Ну, опять же, вы ведь говорите про другого человека, а нужно исключительно про себя. То есть, как бы очень похоже на то, что вы зависимы. Это зависимость, очень похоже на зависимость. Вот, я могу быть неправ, вот, конечно же, я могу быть неправ, но очень это похоже на зависимость. То, что вот вы описывайте, как вы это описываете, очень похоже на то, что вы зависите. Вот. Если вы зависимы, то с зависимостью можно и нужно работать. Вот. Но только при условии, конечно, что у вас есть желание это делать. Вот. То есть, если у вас есть именно вот
желание работать над собой, если у вас есть желание лично расти, исследовать себя и свои чувства, свои эмоции. Вот, в таком случае, я думаю, что помочь вам можно. Вот. На этом все, Мэри. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.